эфире программа «Актуальное интервью». С вами Лена Евдокимова. Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, где в Ставропольском крае можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь и реабилитационное обслуживание детского населения. И чтобы подробно узнать об этом, мы пригласили в студию главного врача Краевого специализированного центра медицинской реабилитации для детей Ингу Боеву. Инга Борисовна, здравствуйте. Добрый день, Лена. Рада, что вы сегодня к нам пришли. Ну, познакомьте нас для начала с вашим центром. Расскажите, чем же вы занимаетесь? Наш краевой специализированный реабилитационный центр был создан на базе учреждения с очень длинной историей, на базе детского специализированного дома ребенка. Мы очень давно занимаемся реабилитацией в том виде, в котором она требовалась для очень узкой категории. Решили в рамках пилотного проекта, который реализуется и в рамках вообще развития реабилитационной помощи в Ставропольском крае, переориентировать эту работу на всех детей, которые нуждаются в этой помощи. Наш центр занимается реабилитацией детей с неврологическими тяжелыми расстройствами, с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и среднетяжелыми речевыми расстройствами. И какую же главную цель можно выделить в вашей деятельности? Вы знаете, эта категория пациентов, она очень сложная. Обычно это в трагедию и в проблемы этих семей вовлекаются очень много-много людей. То есть это довольно сложно семье привыкнуть к тому, что с ребенком есть проблемы. Не всегда общество готово к принятию детей, особенно детей с проблемами, с расстройствами аутистического спектра, с поведенческими расстройствами. У нас в этом был довольно большой опыт, несмотря на то, что реабилитология наука относительно молодая, она очень бурно развивается в нашей стране, в нашем регионе. И нам базово было важно возвести вот то, что называется человекоцентричность, просто в религию, понимаете? Потому что нет отдельного пациента в этом деле. Там целая семья, там папы, мамы, бабушки, дедушки. Это история про принятие, это история про поиск мест, где могут помочь. Это история про вовлеченность родителей в процесс реабилитации. И это, конечно, всегда работа целой мультидисциплинарной команды, потому что, знаете, вот какая-то такая разрозненная реабилитация, вот тут мы делаем речь, вот тут мы работаем над движением, вот тут мы работаем над глотанием или еще как-то. Вообще-то это не особо так работает. У нас существуют определенные стандарты, мы бесконечно учимся и развиваемся в этом направлении. Стандарты работы – это вот работа в мультидисциплинарной команде. Что я имею в виду? Понимаете, ребенок с ДЦП или, допустим, ребенок с расстройством аутистического спектра – это ребенок, семья которого ставит определенные задачи, то есть так называемые реабилитационные цели. То есть у кого-то это начать ходить в организованный коллектив, у кого-то это просто какая-то базовая управляемость. Кто-то не мог сидеть, ему просто надо сесть, чтобы маме было удобнее за ним ухаживать, держать ложку в руках, научиться глотать твердую пищу. Ну вот такие задачи приблизительно мы решаем. Ну, да. И получается, какие же задачи вот стоят? Расскажите подробнее. То есть вы вот объяснили, что нужно детям. И вот как вы решаете эти задачи? Вы знаете, к нам по-разному поступают дети. И это история, которая вообще принята в современной реабилитологии. Это определение тех проблем, над которыми предстоит в области реабилитации работать. Вот по тяжести наших пациентов, это всегда комплекс проблем, потому что, еще раз повторюсь, они не бывают совершенно изолированы. Понимаете? А реабилитационную задачу перед нами, в общем, ставят родители. То есть то, над чем он хочет работать, то, что важно конкретно для его семьи. И мы собираемся командой, обсуждаем, как им можно помочь, за какие цели это достижимо, за какое время это достижимо, какие цели реабилитационные мы ставим. И начинаем работать в обязательном порядке. Очень важна обратная связь, что получается, что не получается, чтобы родители были вовлечены в этот процесс. Потому что так называемые реабилитационные курсы, знаете, когда там ты полежал 4
14 дней где-то получил таблетки, покапался, это не так эффективно, потому что для реабилитологии важна непрерывность этого процесса. Дома, в реабилитационном центре, в стационаре, то есть это такой бесконечный процесс улучшений. То есть, чтобы к вам попасть, родители просто сами должны прийти, обратиться, написать заявление, или обязательно нужно направление врача все-таки? Вы знаете, есть несколько вариантов. Если диагноз у ребенка установлен, то, безусловно, достаточно простого направления от специалиста поликлиники, или там поликлиники частного центра, неважно. То есть, ты видишь проблему, ты считаешь, что этот ребенок нуждается в бесплатной реабилитации, мы оказываем бесплатную реабилитацию, потому что если вы замечали, реабилитационные мероприятия довольно дороги, если мы говорим о... Потому что там завязано очень много специалистов, довольно большое количество оборудования зачастую. А самое главное, это не работа один на один, это работа целым кругом специалистов. И в силу этих обстоятельств, если диагноз установлен, если все понятно, то обычного направления из поликлиники, из любого медицинского учреждения, в котором наблюдают ребенок, будет достаточно. Если диагноз не ясен, если есть проблема, если специалистам нужна помощь, да, потому что мы довольно высокого уровня в иерархии реабилитационных государственных центров находимся, то можно прийти или записаться на так называемый мультидисциплинарный консилиум, который у нас проходит каждую среду. Мы собираемся целой командой, у нас там замечательный зал, где мы можем минимум 20 минут наблюдать за поведением ребенка и определиться, помочь родителям сориентировать, как лучше сделать, что лучше сделать, как там, помочь и специалистам, и родителям в постановке диагноза и постановке так называемого плана реабилитации. Но ведь я правильно понимаю, что, как правило, если у ребенка заметны какие-то нарушения, однозначно родители уже с младенческого возраста обратятся в больницу, то есть уже с раннего возраста у всех будет справка или подтверждающая. Или бывает, что... Знаете, Алена, особенность ранней реабилитации это вообще... ранней постановки диагноза. Знаете, вот для нас, для любого человека, дети – это главный жизненный проект, понимаете? То есть наши дети должны быть лучше, чем мы, жить во всех отношениях, да? И когда этот проект почему-то рушится, да, существуют так называемые стадии принятия проблемы. Значит, такого вот, когда это реально тяжело больной ребенок. Очень часто люди застревают, и это нормально, на стадии отрицания проблемы. То есть, извините, сосед Миша держит голову, а мы в 5 месяцев, ничего, мы это поправим, или там поправим, или там ребенок, который не смотрит в глаза, не откликается на имя, не ест твердую пищу, понимаете, в возрасте 2 лет. А потом начинается этап отчаяния, поиска каких-то вещей. Это не всегда вопрос родителя и специалиста. Это довольно большая проблема психологическая. Принятие некоторого отклонения от вот этого успешного жизненного проекта, который называется «Рождение здоровых детей». К сожалению, это не всегда бывает так. Но вы же на любой стадии можете принять ребенка, безусловно, да? Не только да. На ранней. Безусловно, да. Но у нас есть ограничения по возрасту. Это вызвано, прежде всего, возможностями. И самое главное – пониманием того, что в реабилитации очень важна своевременность. Ранняя реабилитация приносит наиболее хорошие плоды в плане достижения каких-то результатов. И, наверное, на поздних стадиях это уже не реабилитация, это уже требуется лечение, да? Реабилитация – это и есть лечение, не поверите. То есть, да, у нас, если, извините, в полтора года ребенок даже не сидел, понимаете, а за 2-3 реабилитационных курса, которые там заняли 4 месяца и полгода, то есть он полтора года даже не сидел, то есть он поднимал только голову. Если он за это время научился сидеть, сам глотать и с поддержкой или без поддержки пошел или начал удерживать позу, это самое главное лечение. Реабилитация – это лечение.
Инга Борисовна, можем теперь мы, скажем так, назвать вещи своими именами? Вот какие же функции вы выполняете, какую именно помощь можно у вас получить? Мы занимаемся еще раз помощью детям с расстройствами аутистического спектра различной тяжести, с тяжелыми речевыми расстройствами, с расстройствами глотания, жевания, звуковоспроизведения и всем спектром двигательных расстройств, независимо от причины их появления. То есть это может быть неврологическое заболевание. Это вообще все дети, которые не имеют тех двигательных навыков, которые к своему возрасту по природе они должны иметь. То есть задержка становления двигательных навыков, патологические двигательные навыки. В общем, приблизительно это то, что я недавно объясняла. Да? То есть это все связано с физическими нарушениями, да. А с умственными? Это вот как раз вещи, которые касаются таких особенностей, как задержка речевого развития. То есть когда человек, маленький человек, не может в 2 года назвать или в год назвать мама, папа, не понимает обращенную к нему речь, не смотрит в глаза, не коммуницирует с другими детьми. Когда ребенок, у которого есть очень жесткие пищевые предпочтения, то есть это тот симптомокомплекс, который у нас на сайте размещен для ранней диагностики детского аутизма. Потому что это не один синдром, их довольно много. Вот. И это вот та группа пациентов, которыми мы занимаемся. А расскажите, кто же занимается с детьми? Кто ваши специалисты? У нас замечательная команда. Я думаю, что без моей команды у нас вряд ли бы получилось сделать это так красиво. У нас получается красиво. Знаете, у нас недавно была экспертная московская группа от аппарата уполномоченного по правам ребенка. Они были, не побоюсь этого слова, приятно удивлены и поражены уровнем того, что мы делаем, сообщив, что это одна из лучших реабилитационных практик в стране. Это довольно большое количество людей, которые и узких специалистов, которых мы очень долго учили. Вообще в реабилитации это процесс непрерывный, потому что это молодая специальность, она непрерывно развивается. Если мы говорим о психиатрической реабилитологии, это дефектологи, это эрготерапевты, то есть люди, которые научают ребенка и родителей взаимодействовать и жить в социуме и жить в обществе и выполнять какие-то простые бытовые функции. Это логопеды, это специалисты в области клинической психологии, потому что у меня все специалисты медицинские, психологи, которые заработают с детьми. Это довольно новая для нашей страны специальность, которая называется кинезио-специалисты. Это не совсем инструкторы ЛФК, это люди, специально обученные современным реабилитационным методикам, таким как бобот-терапия, войт-терапия, ПНФ-терапия, механотерапия, потому что у нас довольно приличное оборудование, которое научает ребенка правильным паттернам движения. Неврологи, психиатры, реабилитологи, я имею в виду педиатры, я имею в виду врачебный персонал, то есть массажисты, гидрокинезиотерапия, то есть это занятия в воде. То есть очень важно, чтобы ребенок хотел это делать, больной ребенок, сделать эти занятия интересными. Вот. Очень много непривычных на слух, конечно, названий. Да, да, да. Подробно о всех, наверное, мы не успеем узнать, но хотя бы расскажите о тех, где используется вот современное оборудование. Вообще, какое у вас есть? Очень интересно. Современное оборудование – это все, что касается базовых вещей, связанных с выполнением вот этих реабилитационных стандартов. Это различные типы вертикализаторов, это различные виды дорожек, это терапевтическая дорожка для обучения ходьбе, потому что, понимаете, маленький ребенок там может ходить, а тем более с нарушениями движения в нижних конечностях, может там ходить с максимальной скоростью 2 километра в час, да, там это максимум, то есть мы можем это уменьшить, то есть это вот такие вариабельные вещи. Это довольно
интересное оборудование для более старших детей, потому что мы занимаемся сейчас переориентацией центра не только совсем маленькими пациентами, но и детьми дошкольного возраста. То есть там, где этот реабилитационный потенциал очень велик. Это так называемое оборудование с биологически обратной связью. Это когда ребенок совершает какие-то действия под влиянием стимулов определенных и с помощью кинезиотерапевта, и у него интересные мультики, интересные какие-то вещи, когда он должен взаимодействовать с экраном и делать вот эти вещи. Да, сейчас мы купили вообще бесподобный интерактивный пол, там на полу проецируется активная среда с плавающими рыбами, расцветающими цветами, с какими-то вещами, с которыми ребенок может взаимодействовать и делать. То есть мы очень хотим доделать это отделение сенсорной интеграции и вот эти все вещи, которые вовлекают через игру в лечение и реабилитацию. Да. Я так понимаю, каждый год, да, у вас получается что-то приобретать, что-то обновлять? Да, безусловно, да. Да, мы очень стараемся. Да. И вот такие современные методики, современное оборудование. Угу. Есть ли у вас клиенты из других регионов? Потому что однозначно у вас на очень высоком уровне находится и диагностика, и реабилитация сама. Вот есть ли клиенты у вас? В основном, если мы говорим о близлежащих территориях, это Калмыкия, Карачаево, Черкесия. Да, люди начинают о нас узнавать. Ну, если, так сказать, говорить на широкую аудиторию. Мы стали работать совсем недавно, практически 6 сентября этого года мы стали этим самым юридически, мы стали краевым специализированным реабилитационным центром, и сейчас можем активно развиваться в этом направлении, выходя на помощь всем жителям Ставропольского края, прежде всего. То есть мне кажется, что надо сначала заняться детьми Ставропольского края. Да. А дальше уже как по сарафанному радио пойдет. Да. То есть, получается, вы только на старте своего развития, можно безусловно сказать, да? Да. Это одна из ступенек. Да. Давайте поговорим подробнее, как же проходят занятия вот с детьми. Как они выглядят? Вот смотрите, изначально, да, вот мы говорили, вот так называемая реабилитационная цель. Для каждого ребенка, в зависимости от возраста, его особенностей, особенностей родителя, понимаете, потому что бывают там гиперопекаемые дети, еще как-то. Мы занимаемся по следующей схеме. Значит, в зависимости от того, какая цель ставится, то есть с ним работает двигательный терапевт, если это, и мы начинаем обучение движению через игру. Это первый шаг обязательно, да? Да, обязательно, да, да. Обучение движению через игру. Это движение в воде, это хождение на дорожке, это научение просто вертикально держать свое тело, это тоже такое, это работа со специалистом ОФК с применением различных модулей, укладочных средств, и все это обязательно надо делать играючи. Да, потому что для ребенка любое научение это игра. Да. А следующий шаг? Следующий шаг – это обучение родителя, обязательно обучение родителя для того, чтобы этот процесс реабилитации был непрерывным. Очень многим мамам и папам, безусловно, нужна психологическая помощь и поддержка. Она очень важна в реабилитации и вообще в человекоцентричности в медицине – это обратная связь. Понимаете, узнать вообще, что человеку понятно, что непонятно, какие вопросы у него остались, на какие вопросы мы ответим, а просто поддержать иногда, просто поддержать родителей этих детей тоже очень важно.
И вот еще говоря о занятиях, какой-то график есть, вот как дети посещают его? Ну, это как в любом медицинском учреждении. Каждый день надо приходить и по расписанию, которое для каждого ребенка индивидуально составлено, это сделать. И по времени сколько в день занимают занятия? Это зависит от возраста, понимаете. Если это маленький ребенок, у которого дневной сон, и он быстро устает, это там пара часов. Если это более взрослый ребенок с... то это может быть и 3 часа. Вот. Но мы стараемся... Знаете, в реабилитации детской, учитывая то, что там очень маленькие пациенты, очень важна такая индивидуальная работа. Вот одному так, а другому так. И какой минимальный возраст, которого уже можно ребенка отдать на реабилитацию? Ну, вы знаете, тут чем раньше, тем лучше. Вот как только замечены отклонения в двигательной или эмоциональной, или в поведенческой сфере, уже надо об этом начать думать. Потому что чем раньше мы начнем, тем лучше будет результат. То есть месячные дети уже могут попасть к вам? Месячные могут, но, наверное, это рановато. Все-таки лучше после года уже? Нет, лучше месяцев с 4-6, вот если явно задержка становления. Я имела в виду месячные, то есть до года, то есть несколько месяцев. Вот, нет, лучше вот как только заметили, лучше обратиться. Ваша деятельность однозначно требует больших затрат. Вот расскажите, кто же помогает вам финансово обеспечивать и развивать центр? Ну, у нас главное, это, конечно, учредитель. Учредитель нашего учреждения – это Министерство здравоохранения Ставропольского края. Вся наша деятельность осуществляется за счет бюджета Ставропольского края. Я очень признательна своему учредителю, что они нас включили в пилотный проект «Дети в семье», понимаете, дабы уменьшить количество семей, которые просто не тянут воспитание таких тяжело больных детей, и разрешила нам открыть так называемые койки реабилитации для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это очень важно, потому что у родителей больных детей появляется так называемая социальная передышка, особенно если этих больных детей двое, понимаете? Ну, людям иногда надо просто, пока их детьми занимаются медики, просто заняться собственным здоровьем, там, сходить к зубному. Это очень важно, да. И Министерство здравоохранения пошло нам навстречу, и там аппарат уполномоченного по правам детей в Ставропольском крае там очень активно участвовал для того, чтобы обратить внимание на эту проблему и помочь ее таким образом решить. Поэтому практически все финансирование нашего центра бюджетное. Вместе с тем у нас есть довольно большой круг людей, которые очень давно и очень активно включены в благотворительную помощь нашему центру, нашим детям, потому что есть вещи, которые выходят за рамки типового оснащения, типовых каких-то действий, понимаете, ну, допустим, покупка интерактивного пола. Это исключительно заслуга людей, которые очень-очень-очень вовлечены в нашу деятельность. Они знают, что мы делаем, они приходят, смотрят, им приятно, им нравится, они видят свою востребованность в этом деле, свою сопричастность к такому важному делу. Интересно, вот вы сказали о проекте, хотелось бы узнать, это уникальный проект Ставропольского края? Или... Нет, это федеральный проект, это федеральный проект, который реализуется в 14 пилотных регионах. Мы тоже в этот пилотный регион входим, и этот проект направлен на максимальную помощь родителям, у которых есть проблемы, тяжелые проблемы с детьми, дабы профилактировать оставление таких тяжелых детей в домах ребенка и в прочих учреждениях, которые ну, в общем, дети должны быть в семье, да, и мы должны этому помогать. Мы должны подставить родителю плечо для того, чтобы он не был в отчаянии, он не был одинок. Он знал, что не только путем сбора средств в СМС-сообщениях, но можно за счет бюджета Ставропольского края и нашего
высокопрофессионального коллектива получить эту помощь. Да. И вот, ну, буквально в двух словах, как же ее получить? Вам можно через сайт написать, позвонить? Да, у нас есть сайт, мы его модернизируем сейчас, потому что нам довольно сложно все юридически значимые действия делать одновременно, да, потому что у нас в основном медико-педагогический коллектив, и это не так просто. Но вся информация по работе центра там есть, вся необходимая актуальная информация там есть телефон для обратной связи, там есть форма обратной связи, по которой можно прислать свою выписку, прислать какие-то документы, позвонить, уточнить. Мы всегда будем рады ответить. У нас удивительно душевная команда, это все отмечают, и мне это очень приятно, мы хотим дальше оставаться настолько же вовлеченными людьми, да. Да. В принципе, ваша деятельность, она требует большой любви, вовлеченности, понятно, большой любви к работе, к таким детям. И вот общаясь с вами, я вижу, что у вас это однозначно присутствует. Думаю, то, как вы говорите о коллегах, значит, они с такой же теплотой относятся к своей работе. Поэтому благодарю, что вы сегодня пришли к нам и рассказали о вашей деятельности. Я желаю, конечно же, больших успехов, и чтобы вот этот энтузиазм, к которым вы относитесь, к детишкам, которым нужна помощь, к их родителям, он у вас никогда не угасал. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Да. Напоминаю, в гостях была Инга Боева, главный врач Краевого специализированного центра медицинской реабилитации для детей. И, как всегда, до встречи в эфире актуального интервью. И оставайтесь на своем.